Красавицы стоят. Лисичечки. Вот еще две штучки. Мы поехали в грибы. Вот просто дорога накатана лесовозами. И мы вот так вот едем. Ров такой, сантиметров 40, может. И мы вот так потихоньку выезжаем. Главное только по центру не соскочить. Я по этой дороге раньше ездил, потом уже говорил, что больше не поеду, и опять поехал. Основную часть я уже проехал, вот так где-то с километр на первой-второй передаче. Так, походу зонтики. Их повыедали. Вот еще зонтики стоят. Вроде бы зонтики. Очень много влаги. Лес очень мокрый, дожди. Пацаны вон ходят, грибы собирают. Яблоки лесные употребляют. Грибов нет, зато яблони насадил кто-то. Мы с Игорем как эти, как любители, с ведрами. Вадим вон с корзиной, как профессионал. Там даже лисичек есть. Ну дай посмотрю. Смотри, белый он. О, белый боровик. Да. О, белый боровик. А я смотрю, лисичек. Ну, такой вот белый грибочек. Чистенький. Первый у нас в улове за такое время. В грибной рыбалке. Помущенный природой, ну, крепенький, хороший. Так, что тут у нас? Сыроежка. Ходили-бродили, нашли боровичка. Вот такого вот. Давай, Вадим. Да тут мы. Срезай его. Беляша этого красивого. Ну-ка, ножка немножко такая. Нормально. Красавец. О. Ножки только срыв. И даже он есть. Один подберезовичек под обабок. Нормально, лисичек нормально. А у меня сыроежки. О, и с боровиком. Так, вот у нас Вадим нашел красноголовика, красавца такого. О, давай, Вадим. А Игорь чуть лес не поломал весь, ёба. Прямо возле папоротничка, красота какая. А Игорь тут ходил и не нашел его. Какой красавец. Все, забрасывай. Корзинка пополняется, отлично. А это вот какой-то непонятный гриб, похож на масленка. Но он... не масленок. Это не масленок. И он немножко горьковатый. Вон еще стоят. Маленькие мы их заберем. Я уже сюда не приеду. Перерастут. А так пригодятся. Вот так вот. Заберем их. А то перерастут. Ну, как они маленькие. Относительно нормальные. Самое то, что надо. Лисичка. То, что доктор прописал. Вот такие вот. Еще чуть-чуть есть. Вот еще не заметил. Маленькие. Еще чуть-чуть. Я их заберу. Хотя раньше такие маленькие не брал, но я знал, что я приеду, их доберу. Вот. Пойдут на жареху с рисом каким-нибудь. Само то. Уже прибавляется у нас немножко потихоньку. Вон еще лисичка. Вон попрятались, сколько их тут. Маленький. Кто-то вот ходил, кто-то растоптал. Не заметил. И вот растоптали лисичку. Вот с пацанами прошлись. 4 места поменяли. С Игорьком и Вадимом. Вот насобирали. Мое ведерко немножко тут. Литра полтора-два. Выгонит. Вадим, как самый опытный зоркий, наковырял вот лисичек. Немножко подосиновики. Он хороший. Покрашенные. Ну и вот.
Игорь лепешку. Игорь старался, но все равно вот белый один и сыроежечек немножко. Вот такой у нас сбор получился. Все, пацаны, еще раз съездим потом. Все, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Все, всем счастливо. Пока-пока.